Зароди бабку. Какую? Бабушку, вот. А не бабку, ты давай там это аккуратно. Бабушку. Золушка на пенсии. Че, это вор какой-то? Привет, бабуля, мы от Абобы, пишите. Не, ну, наверное... Нет, надо не писать бабушка, пишите. Пишите Золушка. Привет, Золушка, мы от Абобы. Рейдеры пришли. Привет, мои хорошие. Шарит. Шарит за моё-то. Это у меня рейд не показали. Прикиньте, она... Я в шоке. У меня бабушка не знает, как компьютер включать. Спасибо, ребята. Привет, привет, мои так, хорошие. Так, я фоловлюсь. Привет. Ну-ка, бабуле вас, ребят, на пенсию поможем. Вижу. Рейд не показали. Ух ты, крутяк. Так, я себе сапку оформляю на нее. Так, я сабнулся на бабушку. Сейчас, мои хорошие, сейчас вам песенку споем. О, ништяк, еще и песенку споем. Спасибо, ничего себе. Пацаны, помогите бабуле реально подпиской. Не на меня, а вот сюда. О, ура. Спасибо за подписки. Блин, она такая классная, чуваки. Спасибо, дорогие мои. Уведомления еще такие. Да, прикольные. Вот это да. Сквад, ребят. Это произведение искусства называется «Неопознанный актер в роли...» А, гей-порно. Ой, спасибо! Я не знаю. Ничего себе! Вот это да! Спасибо, ребят, и за подписки, и бицепсы, молодцы! Вот это круто! А на подписки бицы, боже мой! Сейчас, подождите, я вам песенку спою, сейчас доиграем! Давайте ваши донаты. Спасибо большое! Так, сколько мы ей сможем задонатить? Я сейчас проверю, сколько у меня на карте есть. Так, увеличиваем бабуле пенсию, у меня есть 3000 рублей. Так, ваши донаты... Я косарик тоже закину. А как ей закидывать? Ой, спасибо! Держите, напишу. Так, 3000. А, Иисус донатил. Здравствуйте, здравствуйте. Да? Да, 5000. Я что, не первый? Иисус, 5000 донатил? Пожалуйста. Да. Повышаем пенсию. Братишкин. Все, ради этого я задонатил, это того стоило. Спасибо, родные мои. Держите, я хотел Нате написать, но показался, типа, слишком бы тупым, наверное. Типа, что за Натя? Она просто какие-то вопросы эрудированные отвечает, а я очень тупой, поэтому... А чё, я один задонатил? Ты задонатил? Я, да, полетел. Примерно ровесница Хесуса, кстати, Даш. Если ты тут. Боже, спасибо. Рейд от братишкина, ничего себе. Да какой вот братишкин? Да, ребят, всё, я играю. Ты чё, я скинул? Да, да, ну он отобразился уже. Спасибо. Привет, бабуля. Блин, так прикольно. 89 сквадом приглашаем тебя к нам. Спасибо, ребятки, мои дорогие. Спасибо. Так, ну-ка посмотрим таланты. Пение. Бабушка еще и на гитаре играет. Не, я просто в шоке, как она на Твиче вообще зарегалась. Сейчас игра закончится. Я просто в шоке. Ну, может, сын зарегал. У нее стул DX Racer вообще, начнем с этого. Ну, не DX Racer, конечно, но игровой. Так ты задонатил или чё? На снюс! Да, я катаюсь. На снюс! На снюс! Я косарь задонатил. Что там уже у нас? Да, надо ванну написать в ЛС тогда. Я победила, ребята, всё! Ну, конечно, ты победила. О! Легенда! Я бы был бы удивлен, если бы не бабушка победила. Сейчас, ребят, спою вам гимн наш. Какой гимн наш? Так, нет. У нас есть гимн. Только не это. Или какой гимн? Я его сама сочинила, про наш канал. Про наших Ничего ребят, себе. Про все, что здесь у нас творится. Так, поехали. Про Твич, наш любимый. Сейчас, поехали. Так, слушай. Прикол, если это моя последняя песня будет, которую я услышу. А вы попали к Золушке и стали ей семьей. Уютно у Светланы с душою молодой. Слова готовки ей, душевный разговор. Светлана вам предложит и аниме-обзор. У Золушки все умники, любимчиков тут нет. Скорей смотри на буквочки и выдавай ответ. Записывайтесь в группу, там день и ночь вас ждут. Там лучшие редакторы на помощь к вам придут. Пусть будут две другие и тролли, бывают и шалят, но рыцари Светланы клинок свой обнажат. Мигмар, Андрей и Павел заправила Твича, а Аня, Даша, Лера не посрамят Твича.
Посрамят меча. И будет на канале и мир, и доброта, где ждут по вам, скучают сегодня и всегда. Ой, контент, чтобы улучшить, подайте свой совет. Огромное спасибо и за донат в ответ. Да здравствует платформа великого Твича, пусть никогда не гаснет любви его свеча. Держи, да здравствует платформа любимого Твича, пусть никогда не гаснет любви его свеча. Спасибо, спасибо, ребята. Не, это вообще Боже круто. Мой. Что вы творите? Поясните ей за Better TV, вообще спасибо имба бабушка огромное. Будет. Вот это да, вот это рейдеры. Спасибо. Так, надо... Вот такая у нас песня, спасибо Сапки огромное. Подарить. У меня на 5 только хватает. Ой, Вальдемар Косарь сдонатил. Спасибо. Тоже. Ща мы бабушке на оплату ЖКХ поможем. Нормально, я ребят, давайте. Слов, от счастья. А то Путин, смотрите, сколько хотите, пенсию ей платит. Спасибо. Сколько у нее может быть? Ой, боже мой, сколько подписок дарите всем, да? Не, не дарю никому, нет. Вот это да. Вот блин, это не, да. Это круто, вот чуваки. Это праздник. Да, вот это праздник. Ну не знаю, что еще вам спеть такое. У меня так. Таких особо веселых-то чего ты? Нет. Бабульки на пенсию закинул, косарик. Ты тоже? Ну да, 100. А ты еще 111. Красиво. А это ты закинул? Да, я Вальдемар. Да, здравствуйте. Не, бабуля, такое солнышко. Тихо. Ольховую. Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Блин, она очень клевая. Это не та бабушка с Ютуба, которая кейсы открывает в CSGO. Истолковываю. Вновь прихожу к невозможности истолковать. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая. Прикиньте, если мы вот на радостях бабушке жизнь продлеваем. Ну вот просто представьте, это ж может быть такое. И, видимо, жизнь не такая, уж вещь пустяковая. Так ты в описании посмотри, как она там благодарит с донатом. Когда мне ничто не похоже на просто... Типа он, собрали на мечту, там вот этот нагреватель воды. Так у нее рецепты есть. А, на горячую воду. У нее реально рецепты есть. Блюдо, которое я приготовила. Не, вот таким стримершам донатить надо, я считаю. Такие не, ну а чё она не в бассейне сидит? Это, конечно, неинтересно, ребят, я вам так скажу. Такое не оценивается. Всего лишь-то 600 человек сидит. Уже меньше. На пивас и мальчик. Когда в ней ничто не похоже на просто пустяк. А прикиньте, она так за Твич пела песни, что Твич добрый такой. Это как с бабушкой про Путина спорить. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая. Мы зашли к бабушке, она начала мне пояснять за Твич и за пиццы. Ну чтоб ты понял. Ну ты же не знаешь, наверное. Спасибо, это для вас. О, пакетик. За Путина. Спасибо. Спасибо, родные мои. Короче... Короче, пойдем дальше. Но я думаю, на этом надо останавливаться, потому что контраст не круче, ничего не увидим, мне кажется.